Владимир Путин подумал-подумал и принял решение не участвовать в дебатах перед выборами президента. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на высокопоставленный источник. По данным издания, мотивы такого решения уже были изложены самим Владимиром Владимировичем в ответах на вопрос, намерен ли он дебатировать с оппозиционными кандидатами или нет. Ну, собственно, ничего нового к этому прежнему мнению не добавляется. Приводится цитата. «Такой разговор не на равных, но что я точно сделаю, это обеспечу им возможность посоревноваться с младшим братом по каждому конкретному вопросу. Найду людей, которые будут в состоянии ответить каждому из претендентов. Ну и, может, в каком-то формате поучаствую сам», — добавил премьер. Судя по всему, какого-то формата не нашлось.